Для многих людей почему-то переезд во Францию кажется слишком невозможным и слишком дорогим. Именно поэтому я сегодня решил снять данное видео для того, чтобы поделиться различными возможностями, с помощью которых вы можете поехать во Францию и реализовать свою мечту, будучи школьником, студентом или же профессионалом. Всем привет, меня зовут Дильшот, и сегодня я вам расскажу о 12 программах, с помощью которых вы можете поехать во Францию на учебу, на конференцию, на стажировку или же на работу. А начнем мы именно с программ для школьников. Почему-то для многих людей переезд во Францию, особенно для школьников, является чем-то нереальным. Для многих людей кажется это из-за возраста, но на самом деле программы существуют. Один из которых это программа культурного обмена, конкретно для школьников. Это когда программа длится от 1 недели до 3 месяцев. И в течение этого времени школьник, который летит во Францию, изучает язык и также изучает культуру. Второй тип программы, они уже длятся намного дольше. Это полгода, можно 1 год или же даже больше. Это когда вы уже летите во Францию на учебу во французской школе. То есть, если вы сейчас, например, учитесь в 9 классе, то 10 класс или же полгода своего 10 класса вы можете проучиться во Франции, а потом обратно вернуться в свою школу и дальше продолжать учебу в своей школе. Для того, чтобы поехать во Францию таким способом, первое, что вы можете сделать, это самому все найти, самому все приготовить. Второе, это через организации. Для того, чтобы самому все это организовать, во-первых, вам нужно будет выбрать город, выбрать регион, выбрать школу, с ними связаться и узнать вообще, как проходит вот этот момент обмена. Для того, чтобы вы туда поехали и проучились, вам нужно будет найти место для проживания, возможно, это семья, возможно, это общежитие. А второй способ, это когда вы обращаетесь уже к организациям, которые за вас все это делают, и вы, конечно же, за их услугу даете какую-то часть суммы. Например, есть организации ASF и также NICEL. Получается, у них есть уже готовые программы, которых вы просто через их сайт выбираете и без всяких проблем летите во Францию. В число коротких программ также входят летние и зимние школы. Это когда вы на несколько недель летите во Францию и изучаете какую-то конкретную тему. Один из программ, которых я лично сам знаю, это John Locke Institute. Они проводят летнюю школу, которая длится около 2-3 недель, в течение которого вы изучаете там политику, историю, экономику и также некоторые другие темы от преподавателей из Кембриджа и из Оксфорда. То есть это является одним из более таких престижных летних школ, в которых вы можете подать заявку и участвовать. К сожалению, участие в этой программе является платной, но несмотря на то, что на сайте написано, что они не дают полную стипендию, я сам подавал заявку на эту программу, и в течение интервью моя кандидатура очень понравилась президенту этого института, и он сказал, что выделит именно для меня полный грант. К сожалению, из-за некоторых личных причин я не смог полететь во Францию для участия в данной летней школе, но я хочу, чтобы вы об этом знали, потому что это является одним из, как я сказал, престижных летних школ. Следующая возможность — это, конечно же, поступление во французские вузы. Конечно же, это уже будет требовать намного больше усилий, так как вам нужно будет сдавать тесты, вам нужно будет сдавать экзамены, если они организовывают, писать сочинения, приготовить документы для того, чтобы поступить в конкретный университет, в который вы хотите. Одним из самых главных моих советов было бы изучайте французский язык, потому что во Франции это будет огромным плюсом для вас. Во-первых, потому что большинство людей во Франции не говорят на английском языке. Во-вторых, вам будет намного легче поступить в любой университет во Франции, потому что большинство из них требует знания французского языка. На самом деле учеба во Франции не является слишком дорогим. Она начинается от $500 и заканчивается там в $20 000, потому что это все будет зависеть от того, на каком уровне является университет. А стипендии на учебу предлагают, конечно же, как организации, так и сами университеты. Вот список нескольких программ, которых я лично сам знаю. Первая, конечно же, Emily Bound My Scholarship. Она покрывает вашу учебу, проживание во Франции, и вы будете учиться в университете Sciences Po. Второе, университет также предлагает стипендию на учебу. И последняя программа, которую я лично знаю, это Francophone University Agency, которая также предлагает стипендии на учебу для международных студентов. Это всего лишь список нескольких программ, которых знаю я лично сам. Вы также можете поискать в интернете и найти другие стипендиальные программы для учебы
во Франции. Ну а что делать, если человек уже учится в университете в своей стране, но хочет поехать на учебу во Франции? Есть несколько способов. Первое, что вы можете сделать, это перепоступить во Францию. Второе, вы можете поехать туда по программам обмена. И третье, конечно же, вы можете уже выпуститься с университета, где вы учитесь сейчас, и поступить во Францию для получения магистерской степени. Для того, чтобы поехать во Францию по программе обмена, первое, что вы должны делать, это, конечно же, связаться с вашим университетом и узнать, есть ли партнерство между вашим вузом и вузами во Франции, для того, чтобы вам было намного легче туда поехать на учебу. Если между вашим университетом и вузами Франции нету партнерства, первое, что вы можете, конечно, делать, это самим выбрать несколько вузов, связаться с ними и узнать о возможностях поездки в тот университет на учебу по программе обмена. Также существует программа Erasmus+, это тоже программа по обмену, с помощью которой вы можете полететь в любую страну Европы на учебу совершенно бесплатно. Я сам по этой программе полетел во Францию, чтобы учиться полгода в университете Sciences Po. Если вам эта программа интересна, вы можете посмотреть мое предыдущее видео по ссылке в описании. Для того, чтобы получить магистратуру во Франции, есть стипендиальная программа EFIL. Это уже государственная стипендия, с помощью которой вы можете бесплатно получить степень магистратуры во Франции. Также я хочу упомянуть, что есть стипендиальная программа Erasmus Mundus. Это получается стипендия от Евросоюза. В течение 2 лет вы будете обучаться в 2 или в 4 странах Евросоюза совершенно бесплатно. Но если вы уже обучаетесь во Франции, то я хочу обратить ваше внимание на организацию, называется CAF, и она предлагает стипендию для проживания от 80 до 200 евро в месяц. Об этом, я думаю, что вам уже расскажут в вашем университете. Если вам об этом не рассказали, то вы можете спросить у них, и я думаю, что они вам уже скажут, где и в каком месте вашего именно города находится эта организация. Если вам уже есть 18, и неважно, вы учитесь в университете или же вы уже выпустились с университета, то для вас отлично подойдет программа культурного обмена, которая называется EMISSIF. Данная программа длится 1 месяц, в течение которого вы будете практиковать французский язык, изучать французскую культуру, также проходить стажировку и также 1 неделю прожить во французской семье. Конечно, для того, чтобы подать заявку на эту программу, вам необходимо знать французский язык хотя бы на базовом уровне, но данная программа не требует для того, чтобы вы там сдавали или же предоставляли какие-то официальные сертификаты о владении французского языка. Но, конечно же, в список документов, которых вы будете отправлять, туда также входит видео, которое будет длиться 2 минуты, в котором вы будете рассказывать на французском языке, почему вы хотите участвовать на этой программе. Если вам уже есть 18 и вы также владеете французским языком, то вы можете также участвовать на программе, называется Au Pair. В ходе этой программы вам нужно будет жить в французской семье, вам необходимо будет обучать их детей каким-то навыкам или же каким-то языкам, или просто присматривать за домом. Это все будет зависеть от требований французских семей. Вы можете посмотреть на их сайте и выбрать тот, который для вас является более таким подходящим. А французская семья вам предлагает бесплатную жизнь у них в семье, также они будут вам выплачивать стипендию за ваш труд, плюс будут выплачивать вашу учебу в языковой школе, и эта программа обычно длится от 3 месяцев и даже больше или, возможно, меньше. Опять-таки, это зависит от требований семей, которые оставляют уже заявку на официальном сайте. Еще одним замечательным способом для того, чтобы поехать во Францию, является изучение французского языка, то есть вам нужно будет найти языковую школу, записаться на их курсы, и они предоставляют вам документ о том, что вы зачислены на их языковые курсы, вы идете, получаете визу и летите во Францию для изучения французского языка. Но в этом случае, получается, за все это вам нужно будет оплачивать самим, но если вам подходит такой вариант, я считаю, что почему бы нет, это я считаю, что будет намного эффективнее. В принципе, на этом все. Я надеюсь, вы нашли программу, которая подходит для вас. Если у вас остались какие-то вопросы, можете писать в комментарии. Не забудьте ставить лайк и до новых встреч!